Здравствуйте. Меня зовут Руслан, псевдо-Марик. Мы защищали аэропорт. И я не только в аэропорту был, мы были под Савурмогилой, Степановки, Красногоровку мы брали. Ну, сейчас не об этом. Я слушаю по поводу 4,5 миллионов людей, которые так хотели проголосовать за оппозиционный блок и за коммунистов. Но начну сначала хотя бы с того, что сколько я был в населенных пунктах, там людей осталось, если процентов 20 осталось, так это хорошо, это первое. Уже половина уехала в Россию, половина уехала в Украину. Это первое. Поэтому там нету 4,5 миллиона людей. Второе, тот, кто так сильно хотел бы проголосовать за свою партию, он бы сел на автобус, приехал на территорию Украины и проголосовал бы. Руслан, я уважаю храбрость. Я уважаю храбрость. И вы храбрые люди. Но я 7 раз был в зоне боевых действий. Секунду. Для того. Я отвечу. Я был там по согласованию с украинским руководством. Для того, чтобы не было боев в Донецком аэропорту. 22 июня мы сели за стол переговоров и договорились о первом очень непростом перемирии, которое, к сожалению, продлилось 10 дней. Кто нарушил? Подождите. Кто нарушил? Борислав, я закончу. И мы 1 июля готовились ехать дальше в Донецк. Когда начались боевые действия, мы 2 июля готовились лететь в Минск. Я еще раз говорю, кто-то очень хотел воевать. Там не было никогда в жизни перемирия. Это все, ну, замалчивается. Руслан, у меня вопрос. Сейчас есть перемирие? Нету там никакого перемирия. А зачем надо было тогда это перемирие? Чем было хуже того? Нестор Иванович, я вас умоляю. Для того, чтобы вы... Мы будем говорить про Донецкий аэропорт подробно в следующей части программы. Пожалуйста. Давайте не влезать в этот спор.